Друзья, всем огромный привет. Хочу показать, как быстро заточить вот такие вот ножницы. Они у меня старенькие, уже много им лет. Видно, что рабочие. Много чего режут. Но со временем они, конечно, затупились. Бумагу, да, они до сих пор режут. Нормально, хорошо режут. Картон. Картон режут, но уже, как видите, заминает. Если взять какой-нибудь другой материал, вот, например, такую вот пленку, то, как видите, он его закусывает просто. Тонкая салфеточка. Как видите, не режет. Показывают многие, что точит иголкой. Я не знаю, как это работает. Может быть, поправляют на хороших ножницах саму кромку. Но это, опять же, только в теории. Также об баночке. Это просто, наверное, поправка острых ножниц самой кромки. Я же буду точить на обычном камне. У нас здесь угол, он уже виден. Его просто теперь выставляем на камне и начинаем точить. Главное выдержать вот этот угол, который вот здесь вот, его прям четко будет чувствоваться. Раз 10 с одной стороны и раз 10 с другой стороны. И немножко этой тысячной. И сейчас на шеститысячной немножечко, как говорится, доведу. Сейчас будем проверять. Ну и как результат, смотрим. Бумагу, естественно. Как видите, результат на глаза. То есть простой способ, который можно сделать за 5 секунд, и ножницы будут острыми. И теперь вот, когда после камня, можно взять бутылку, вот у меня, допустим, из-под уксуса, и вот так вот, таким образом, как будто режем. Смотрите, какой будет результат. Еще лучше. То есть мы доправили. Также я показывал салфеточку. Результат шикарный, ребят. Бумажку. Ну, бумагу-то почти тупые резали. То есть, видите, вообще сначала не резали, теперь как по маслу. Также салфетку. Под любым углом, то есть без разницы. Класс. То есть, ребят, понимаете, да, если совсем тупые ножницы, то, во-первых, забыл сказать, что вот здесь вот можно посмотреть винтик. Ну, в моем случае это просто клепка, обманка стоит, что якобы винтик. Можно подкрепать, попробовать, если они разболтались. Но они не были у меня разболтаны.
Если уж совсем тупые, то надо точить. Если нет, то можно взять какую-нибудь стекляшку, либо иголку. И подвести. Довести. И тогда будет вообще как бритва. Ну, сами результат видели. Кромсает. Даже не нужно медленно. Давайте медленно. И кончик также грызет. Несмотря на то, что до конца не доходит. Если понравилось видео, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Вам же крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.